Приветствую всех зрителей канала в игрушке Владик Брутал. Такс, а на чем мы с вами остановились? В общем, продолжаем изучать мы с вами этот шедевр. Почему я с монтировкой? Тут музычка очень напоминает колду. Как же она называлась-то? Где мы с каким-то там хером скакали на лошадях. Ах, ты же, блядь! Блин, вот эти звуки, я не совсем понимаю, почему такие звуки у... Так, а как здесь лестница обратно работает? А никак не работает. А, все, понял. Можно поближе услышать их? Вот. Так, а, и нахер бежим. Так, меня немножко смущает, что открылись два входа. И никто не прибежит ко мне, да? Все-таки придется рисковать. Здесь звуки монстров слышны, ну, по крайней мере, можно понять, с какой стороны. Ну ладно, погнали. Хер ли стесняться, давайте, кто? Я слышу вас, твари. Ни хера эта роль не играет. Давай, давай. Суки. Кажется, мы на респаун сейчас пойдем. Что происходит? Бля. Ты заебал. Да, я постоянно забываю убрать эту клавишу. Ладно, по крайней мере, я знаю, что мне там пизды дадут. Вообще-то мы можем и не участвовать в этом всем, но я беспокоюсь о том, что они потом появятся у меня за спиной. Нихера, да? Ну давай следующего. Чисто киндер-сюрприз. А, так они с двух раз умирают, нихера. Ты так не шали. Не понял юмора, а почему тот с двух умер, а этот с трех? Это тоже с двух. Это что сейчас было? А, значит, когда... Не, стоп. Что за... Там кто-то есть.
Так, вроде как здесь нас никто не побеспокоит. Нам, вероятно, все-таки... Бля. Блять. Нихера себе. Блять. Какая огромная, сука, голова. Так, он, вероятно, их будет, да? Нет. Да, блядь. А нахуй ты не пойдешь, сыночек, блядь. Так, что-то жесткое. Остальные не проснулись. А меня это не устраивает. Сейчас я твоих детишек перестреляю, и потом тобой займусь. Вероятно, он был вообще совсем не один. Слышь, огромная голова. Хотя бы так. А откуда взялись-то? Можно узнать? Я же там вроде всех перестрелял. Сука, не буди их раньше времени. Бегут. Бегут, блядь. Ебать того рот! Сука! Патроны! Бля, можно вниз спуститься, хотя что-то как-то... Иди нахуй. Батька у тебя больше нет? Как в старом видео с Епифанцевым. Я теперь твоя мама. Нихера, ты откуда взялся? О, так он не один. Обойдешься, сука. Так, я слышу еще какие-то звуки. Сука, он не сдох. Сдох. Так, ну такой себе, конечно. Блять! У меня патроны высасываете. Так, это мне нахера? Я не знаю, но пошли. А, погодите, здесь две, три. Не, нихера. Блять, только не говорите, что мне нужно найти правильную руку. Я же ебанусь тут. Так, ну здесь рук до хера, поэтому... Ни хера себе. У, блядь, не-не-не. Не-не-не-не-не-не-не. Да вылези ты отсюда, блядь. Ни хера интересно. Ты не сдох, что ли, с первого раза? Так, внимание, ребятки, вопрос. Только не говорите, что мне надо перепрыгнуть.
Какой-то херни нету. Так, вообще, наверное... Стоило бы их расстрелять и посмотреть, откуда они побегут, ну да ладно. Никто не бежит. Чего же вы так скучно-то после гранаты? Ну, рук действительно много. О! Не, ну вроде не особо-то и... А, серьезно? Прям так можно? Нахера я тогда патроны тратил? Блять! Неждан. Кстати, полосочки нету, которая была у меня в первом ролике. О, нихера, вы видели, сколько их там. Они меня ждут. Ты меня охуели, блядь? Не повезло, ребята. Пока что мне нихера не понятно, что здесь делать. А, впрочем, наверное, ничего. Яиц. Бля, сколько здесь рук валяется. А почему ног нету? А, или погодите, или те ребятки вообще не с того берега бежали. Короче, я залутанный фул. На всякий. То есть здесь тупо зеркально, да? Так это же... Или погодите, или я туда же прибежал? А, я походу тупо по кругу пробегал. Не понял. Да, это то же самое. Возникает логичный вопрос. Что мы сделали не так? Или где мы пробежали не там? Так, здесь есть что-то наверх. Нихера. Что произошло? Не, ну я там хотя бы звук слышал, а здесь вообще ничего нету. Мы вроде всех завалили.
Куда-то мне нужно приложить чью-то лапку, а куда хер его знает. О! Здорово. А чё ты? И снова мы прошли по кругу, как бы странно это ни звучало. Так, ну вероятно, здесь чистая арена с боссом была. Возможно, мне не сюда вовсе. Так, я слышу звуки слева. А слева мы, кстати, и не были. Ага, вижу. Так. Ну, пошли. Значит, арена с боссом не просто так. Да, заебали. Что-то меня там тормозит. Так, это не то. Вот, давай первый попавшийся. Ай, блядь, уронил. Да возьми ты ее. Действительно. Это что за дворище? Отстающий, блядь. Так, на всякий. Опять все звуки пропали. Нет, есть один. Кто-то у нас там есть, блядь. Я к тебе иду, сука. Да погоди ты, блядь. Есть еще один ящичек сюрпризом. Все, что не хватает, мы забрали. Все, погнали. Блять. Серьезно, двух невидимых ко мне заслали. Да вы что, угораете? А, я понял. Не, ну это какие-то лабиринтики, это вот мне совсем не нравится. Кто? Ко мне, бегом. Бежит, бежит, ты посмотри. Солдат бежит. Там сзади яйцо, блядь. Сейчас я трахну там. Погоди, я хочу посмотреть, кто кого. Че, охуели на меня отвлекаться? Ну-ка, давайте.
Вернитесь, говорит центральный блок, они ко мне бегут. Что за странные люди? Нихера себе. Неожиданный звук в те времена. Бля. Сука. Ну давай, давай. Удачи, ребятки. Как интересно, у него допрыжки хватает именно до того места, где мне надо. Сука. А, серьезно? Опа! Момент передышки.